Приветики, друзья! Вы на канале Настюзи. А вот наш маршрут. Едем на площадь Рембрандта. Там памятник Рембрандту и другие достопримечательности. Идемте смотреть. Настюшенька, нам с этой стороны лучше подойти. Идем, солнышко. О, друзья, фокусник. Ну привет, Рембрандт. Девочки, кого это вы там нашли? Настюшка, поворачивайся, я вас сфотографирую. Королева какая-то. Девочки, станьте красиво. Настя, стой. Стой, да, хорошо. Приветик, Настюшка! Ребята, мы находимся первый день в Амстердаме, в Голландии. Да, мы погуляли уже в магазине игрушек. И Настюшенька прикупила рюкзак для Марии. Да. Рюкзак для Бэби Бон мы открываем прямо на площади Рембрандта. Ребята, еще, кажется, никто не делал распаковку на площади Рембрандта. Настюшка, ты первая. Отрывай, зайка. Так, показывай. Так, сюда, зайчка. Вот такой рюкзак. Ух ты, какой он с сердечками. Давай разберемся, мотивать. Да, вот так. Малышка. Ее, думаю, надо садить вот сюда, вот, да? Ой, Маша, ты тут сюда, трусы. Становись, зайчка, я тебе помогу. Так, садим малышку вот сюда. Как ты ее хочешь нести? Чтобы она вперед смотрела, да? Она вперед. Да, она же будет тоже смотреть, гулять, да? Так, одеваем. Так, тебе удобно вот так? Да. Или выше поднять? Нет, вот так. Здесь есть ремешок. Я думаю, выше надо тебе напишу, да? Держи малышку под ручки вот так. Вот так тебе удобно будет, да? Да, значит, можно сделать длину, очень удобно. Да, Настюша? Подожди. Вот так, да? Да. Вот так хоть, чтобы она была у тебя. Не низко, просто да. Очень низко. Да? И застегиваем ремешок. Вот так. Вот так можно. Вот такой вот рюкзачок Baby Bon. Там, лайк, ребята. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал Настюшек.
Пока-пока! Пока-пока! А вот и Амазония, ребята. Вот это находится все на улице. Ну что, пошли! Пошли!